Первый звонок сегодня прозвучал и в школах Ленского района. В этом году в первый класс пошли 600 ребятишек. К торжественным линейкам вчерашние дошколята готовились заранее. Стихи о школе первоклассники выучили и рассказали на твердую пятерку. В глазах ребят читалась радость. А вот у 11-классников в глазах просматривалась грусть. Этот учебный год у них последний. Время для первых взрослых решений. И со школой расставаться совсем не хочется. Кроме школьников и педагогов, на линейках присутствовали родители и гости.